Сегодня мне посчастливилось побывать вот в таком месте. Приехали мы сюда пожарить купатов, перекусить. Вот здесь СНТ можжевельник. Имеется такая территория закрытая. Здесь у нас откатные ворота. Сюда можно приехать всей семьей отдохнуть. С друзьями. Здесь имеется туалет, большая территория для того, чтобы поставить палатки, какие-то лежаки, может, батут. Здесь также большая отсыпка дороги находится, подъездной такой вот парковки. Здесь можно поставить 6-7 автомобилей. В будущем планируется вот здесь скважина. Будет такое природное место. С левой стороны соседей нету, с правой стороны тоже соседей нету. Как бы там участок принадлежит человеку, но нету, там он не живет. То есть тут спокойное место, абсолютно ровное. Имеется вот такой мангальчик. Дальше он будет тоже модернизироваться, расширяться, будет делаться больше под хорошие компании. И вот такая шикарная беседка имеется. Беседка рассчитана на 20 человек. Здесь залит бетон. То есть никакой щебенки, пыли, грязи, песка, ничего такого не будет. В углу стоит у нас умывальничек. Пока вот это все такое в бутылочках. Потом умывальничек поставят. А в будущем это все развивается. Вот здесь столик такой. Сейчас мы тут будем кушать. Так что если кому интересно такое место, где можно поставить палатки, погулять по лесу. Это 1 километр от трассы на широкую балку. Вот это объездная дорога такая. То есть она не такая прям сильно проходящая, здесь спокойно. И здесь вот можно погулять, посидеть.